Девочки и мальчики, привет всем! Сегодня среда, сегодня 17 апреля. Вчера я сказала март, не знаю почему, сегодня апреля. Я сегодня в новом платье. Это платье у меня было куплено давно, но я его так как-то не одевала ни разу. И сегодня решила надеть. Сейчас я вам продемонстрирую, как оно выглядит. Когда я его надевала, гладила, Винсент был в душе. Но я думаю, вот я сейчас вышла, сейчас я продемонстрирую вам, пойду обратно домой, посмотрим, как Винсент отреагирует на это платье. Я помню, что что-то, когда я покупала его, я не знаю, сколько там, месяца 4 назад, я ему показала только броско, мельком показала, он говорит, что такое, я говорю, да платье. Ну и как бы вот он и не помнит уже. А сейчас я сегодня собираюсь по магазинам, вот сейчас за Надей заеду, и мы поедем с ней куда-нибудь там погулять. И, короче говоря, сейчас Винсента посмотрим, как он отреагирует на это платье, потому что он обычно на такие вот странные вещи реагирует очень тоже странно. Хотя, я не знаю, может быть, вам понравится это платье. Мне на самом деле оно нравится. Так же, как вот я покупала как-то штаны, не покупала, а у меня штаны есть вот эти вот с мотнёй, да. И когда Винсент первый раз их увидел, если бы я тогда, как говорится, имела канал, то я бы показала вам реакцию Винсента первый раз, когда он увидел штаны с мотнёй. Но я тогда не была как бы блогером, это было давно, сейчас он к ним привык. Поэтому вот я не знаю, как он отреагирует на такое платье. Но давайте посмотрим вот это платье, которое я надела сегодня. Вы видите уже оно, да, полосатое. Smoking room. Ну что, я пошла домой, сняла поясок. Сейчас покажу вам прям без пояска. Пойдем. Кстати, вот сегодня уже показывала вам, да, красоту свою. А немножко нужно добавить белизны вот в этот фонтанчик, чтобы там, где вода, чернота прошла. Ну ладно, идем. Ну-ка, он у меня... Что, он у меня его нет? А, кстати, он на диване. Винсент, look at me. Oh my God, what do you have on? What is dress? Yeah, that is hideous. What do you mean hideous? Look at how beautiful it is. It looks like you're in jail. Говорит, похоже, как будто я в тюрьме. Oh my God, know what that looks like? Let me look this up. Он говорит, ты знаешь, как это выглядит? Хочет найти там чего-то. This is you and this is me. Yeah, that's you right there. Ah, this is me. Yeah. Он говорит, в середине это я. It's like in a concentration camp. Oh, come on, говорит, как будто говорит, в концлагере. Look at me. Oh God, are you gonna go somewhere? Yeah, I'm going right now somewhere. Are you kidding me? Why not? Oh God. I would be caught dead in that thing. It's beautiful. That's what you
А он говорит, так ты выглядишь. Oh my goodness. It looks just like, and it, they got it folded up. Let me, I'm gonna put my camera. Look, listen to me. Он уже злится. Even the cuffs, they even have the cuffs the same way. Он говорит, Даша говорит, наручники такие же, а у меня в руках, у меня, this is not cuffs, this is my... No, cuffs. Ah, oh, I thought you said no, this. No, cuffs. Он говорит, даже рукава говорит так же. Right here. Listen, if I'm gonna put this, maybe you're gonna like with this. Look. It's better. I don't like it. Why? I don't like it. Let's go to dinner. Let's no. go to restaurant. No. Говорит, не пойдет со мной в ресторан, прикиньте. What are you talking about, baby? You look like concentration girl. Come on. Ну-ка. I hope people gonna like it. What? All you need is the star David right here to be perfect. Говорит, звезду надо сюда, которая в тюрьме, у которой Star David называется. I think I like it. I guess this guy likes it too. He's in here laughing, even though he's in a concentration. Он говорит, на фотографии, по-моему, парень тоже говорит, доволен своей робой, потому что он улыбается вообще уже. I like to see what your people say. Он говорит, мне бы очень хотелось знать, что скажут люди на канале. They're gonna say, Natasha, where you buy? We want that too. Я говорю, они скажут, Наташа, где ты это купила? Мы тоже это хотим. So what? Он говорит, я так не думаю. У мужиков нет никакого вкуса. I say, man doesn't have no taste. Yeah, it looks like down here in Florida, the women, that's what state prison looks like. It doesn't make me skinnier. No. Он говорит, just the opposite. Меня разве не худит? Он говорит, наоборот, говорит. Makes you very. Когда я покупала это платье, на фотографии там девушка такая была, она как-то вот так стояла. Мне оно очень понравилось. Я не знаю, как вам. Смотри, мне. You don't even stop look at me, that's how much you like it. I'm just like saying, my God, you go out like that? Come over, Julie, come over. No. Come over next to me. Jeez. I'm trying to get my socks on. Oh, it's very good. Я как раз в одном носке. That's nice. That's not good. Yeah, we look like we just escaped. Он говорит, выглядит, как будто мы только сбежали. Bonnie and Clyde, I just got out of jail. No, это Шоушенк. Шоушенк, yeah. Yeah, как побег из Шоушенка, помните? Let me see this. Кажется, что я сделала немножко как-то высоко. Ну-ка, вот так. What are you looking at, little feet? Yeah. В одном носке, парень. Yeah. Ну что, I'm going to the stores. Like that? Yeah. Он говорит, так я поехал в магазин. Он говорит, вот прям так. Я говорю, да. If a cop starts chasing you down the street, you better stop, because he'll shoot you. No, cop actually stopped me and say, oh, you already in jail, so mm-hmm. let's go. Yeah. Он говорит, смотри, чтобы тебя не остановили полиция. Я говорю, если я буду печать, так точно остановись. It looks just like that guy in the concentration camp. Yeah. I'd like to hear what your subscribers said. Очень, говорит, интересно, что, говорит, скажут. Твои, говорит, эти подписчики. Baby, come on. Whatever your wife have. Oh my goodness, where'd you get it from? I just bought online. Online? Remember I showed you four months ago, you even asked me, what is that? And I said, dress. And I never put that on. Thank God. Well, hopefully this is the last time you put it on. No. Он говорит, я надеюсь, что это последний раз. I'm not going to wear it when I go out. Он говорит, ты не будешь одевать, когда я с тобой пойду. Baby. What? I thought you loved me, not my clothes. It's all right. Wait a second. How many times do you do that to me? I'm dressing up, and you go, oh my God. I have right for that. I have right. No, you don't. Yes, I do. If I don't have right, you don't have right. Он говорит, сколько раз, говорит, ты одевался, ты говорил мне, не одевай. Я тебе, говорит, запрещаю одевать это платье, когда мы с тобой идем. Baby, you gotta love me. Look at me. Yeah.
looks nice. No. Why? But concentration camp doesn't have their flowers. So, well, that's because they didn't have a chance to put one on. Why? Он разозлился на меня, что я одела платье такое. Was you angry at me? Oh no, I want to go outside and get working. So how do you think this goes together good? Oh yeah, well, for what it is, you know. If you like it, I mean, I don't. Okay. Я надеюсь, девочки и мальчики, вы не послушаете Винсента, вы послушаете свое сердце и скажете мне. Как мне идет или не идет это платье? Так, еще раз прям хочется походить. Шапку надо такую купить. Они говорят, шапками вообще-то говорят, это должны быть. Шапку. You get one with pants. Look at that. You get a hat. Короче говоря. Костюм уже мне нашел, который похож. Та-та-та-та-та. But Russians probably look like that too. You know? Yeah. It's called concentrate, camp. It's everybody probably look the same. Yeah. Я говорю, в концлагере все они выглядели все одинаково. Пойду все-таки так. Как уж, девочки, милые, оставлю ссылку под видео, если кому понравилось это платье, на самом деле, мне кажется, оно стильное. Но вот ему, не знаю, почему оно ему не понравилось. Я знала, что он как-то отреагирует смешно. Вот, но если вам понравилось это платье, то я поставлю вам ссылочку. А я знаете, чего вижу сейчас? У меня птички пьют воду. Смотрите, кардинальчик маленький. Их двое все время прилетает. А вон один, кстати, на дереве сидит, я вижу, он улетел. А второй у меня сидит у фонтанчика. Они очень любят водичку пить. Вот эта пара все время к нам прилетает. Почему-то двое их все время. Они, видимо, муж с женой. Один яркий, а второй не яркий. Я думаю, что яркий, наверное, самка. А может, самец. Я не знаю, кто ярче-то обычно. Видите, какой хорошенький. Я меняю воду, может, раз в два дня все время. И они у меня вот так вот тут безобразят в этой водичке. Видите, полетели красненькие. Ну, дорогие мои, еду я к Наде. Сейчас посмотрим, как на это отреагирует Надя. И я знаете чего? Я поместила свою фотографию в этом платье на Инстаграме. И написала, как ваше мнение, или ваше мнение, знак вопроса, Винсент сказал, что я из концлагеря Второй мировой. Ну и вообще, честно говоря, очень приятно удивилась, потому что под фотографией написано, что это очень стильно, очень красиво, и им всем нравится. Ну вот видите, Винсент вкуса не имеет, можно сказать, по крайней мере, на это платье. Поэтому я, конечно, слушать его не стала, естественно, но мне было смешно на него. Обычно он такой, знаете, все время сравнение делает. Вот как, помните, он вяленую рыбу ел и сказал, что вяленая рыба выглядит так, как будто ее переехал автобус. А, как будто эту рыбу везла машина, и она упала из машины на дорогу. И эта рыба валялась 3 дня на дороге, и по ней ездили автобусы. Вот так вот он сказал про вяленую рыбу. В жизни не видел, чтобы рыба так смотрелась. Про штаны, естественно, с мотнёй. Вы представляете, что он мне сказал, да? Там, что памперсы и какашки, и все что угодно. И это платье, видите, он сравнил с платьем из концлагеря. Даже фотографии мне нашел, как это я выгляжу. И я пошла, и он говорит, ой, я надеюсь, что больше я не увижу на тебе это платье. Но он на самом деле также говорил про штаны с подней, а потом он к ним привык. Поэтому я посмотрю, если мне это платье будет нравиться, то я, конечно, его еще одену. А если нет, то нет. Ну, в общем, надо мне себя почувствовать в нем. Поэтому я сегодня его надела на целый день. Поэтому, тьфу!
паразит, слов паразит, слово паразит. Подъезжаю я к Наде, и сейчас мы увидим ее реакцию. Я сразу вот хочу показать, я сейчас выйду из машины. Мне очень интересно, на самом деле, мнение этого платья. Честно говоря, когда я его стала надевать на себя, без всяких аксессуаров, без ремешка, выглядело очень смешно. Я его надела мятым, знаю, думаю, господи, неужели вообще такое платье можно кому-то надеть? И пока Винсент был в душе, я его выгладила и начала надевать там всякие бусики и все. И думаю, покажу, как люди скажут, да. Купила я его на вот этом сайте, таком дешевеньком, Чик. Как-то я не помню. Но я, короче, скину вам ссылку. Вот. И Винсент был в шоке. Сейчас посмотрим, что Надя скажет. Думаю, что она уже меня там ждет. Я обещала к ней приехать немножко пораньше. На полчаса опаздываю. Ну, сейчас посмотрим. Так, не. На улице она не стоит. Выходим. Не буду выключать камеру, как вот выхожу, так и буду вам показывать, да? Идем, идем. Вон, видите, все, что-то все сажает, все сажает, сажает. И меня-то заразило этим. Теперь я все сажаю все время. Так, где она? Вы платье уже видели, вам его не надо видеть. Облайки. Ну-ка, посмотри на меня. Облайки, облайки. Посмотри на меня. Облайки. Ты должна на меня посмотреть, сказать, как тебе. Красивая? Конечно. Винсент сказал, что я из концлагеря Второй мировой. Понимаешь? Он был в шоке, он говорит, ты что, так пойдешь? Я говорю, да. Он говорит, сейчас Надя в обморок типа упадет. Я говорю, сейчас Надя. Нормальная ведь? Ну вот видите. Иди в зеркало посмотри. Я-то видела в зеркало себя. Правда, просвечивает. Да? Да. Просвещает. Ты его оставил. А что же Боня-то ничего не говорит? А где муж-то у тебя? Сейчас поехал на почту. А, все понятно. В зеркало посмотри. А к зеркалу-то я видела, у меня же дома зеркало-то есть. Но вот Винсент говорит, похоже на эту. Говорит. Ну что-то есть такое. Он мне даже нашел фотографии. Там, где эти, знаешь, заключенные стоят. И мы так, он говорит, шапки еще не хватает. Что-то есть такое. Вот может на пояс, конечно, вот так лучше сделать. Но мне понравилось оно такое интересное, да? Главное, интересное. Ну вот, видите. Ничего мужики не понимают, правда, Тио? Я так поеду. Ну. Тио понимает все, да? Тио нравится. А Боня нравится мое платьишко? Она вон даже лапку подогнула. Говорит, нравится. Японечка, чухать. Наташа чухать. Приехала. Думает, что я ее возьму, что ли? Ага. А смотрите, у нас адвокат-то на красном кресле сидит. Ух ты! Мне такое нравится, такой цвет обалденный, конечно. Что, вот вам мнение, пожалуйста. Мнение мужчины, мнение женщины. Вам тоже решать. Мне очень интересно было знать ваше мнение. Я поставила, кстати, фотографию в Инстаграм. Тоже всем понравилось. Говорят, красиво. А, ты видела уже фотографию? А, я, кстати, ехала и думаю, фотографию я выпустила, думаю, она, наверное, уже видела. Нет, видите, не видела. Все, мы поехали. Видите, приехал Уильям. Tell me how you like my dress. What? How do you like my dress? Yeah, you look like a Pennsylvania Dutch girl. Because my husband told me that I look like концлагерь, Вторая мировая война. No. He said to me like that. You have in Canada the stripes? Yeah. No? Look good? He looked more like, I would say, like our neighbors, the Jewish and Orthodox, but they don't have the flowers. So they have the long. I need a David Star.
David Starr. Oh, yeah. That's what Vincent said. Look, looks nice. Okay. I am asking opinions. So you have the same opinion with Nadia. Yeah, because Nadia and I, we love each other. So how are you doing? Are you doing good? I'm working. Okay. Like bye. I'm going to teach a class. Yes, okay.